The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. So are we, baby. The night is young, so let's have some fun. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go out. Out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Друзья, всем доброе утречко. У нас сегодня 24-я пятница. Мы уже проснулись, и, как вы видели, уже детям принес Дед Мороз подарки. И теперь проснулась Лиза. Мы будем начинать свой влог. Влог будет рождественский влог, всего понемножку, так что приятного просмотра. Это что за домовенок Кузя там проснулся? Она еще... Что у нее это? С волосами. Открывает, открывает. Первый раз подарочек новогодний. Лиза! О-о! Что такое? О, книжку новую тебе принес Дед Мороз. Обалдеть, да, Лиза? Да, пойдем с мамой читать. Пойдем, садись на диван. Здесь папа, открывай. Домовенок Кузя наш. Открывай подарочек. Ну, вот это майка подарок. Ну-ка, включай. А вот это Юлина. Это тут надо с бисером, вот с такими камушками. Не с бисером, а с камушками делать вот эту. Наклеивать. Ну, это теперь тебе на полгода хватит, Юля. Да? А что ты еще получила? Они теперь ждут, пока мы им наши подарки подарим. Ай, Лиза, все, ей книжка понравилась. Юля еще такую получила. Что это? Как открывается? Ага. И еще она себе письмо писала Деду Морозу, и там стоял, да, рюкзак. И вот такой рюкзак она получила. Это если у них какие-то походы, вот чтобы она могла с собой брать рюкзаки. Вот такую эту игрушку еще. Они до вечера они ждать не могут. Теперь будут открывать наши подарки, которые мы им подарим. Yeah. Она уже смотрит, что же там такое. Такая игра у тебя, Юля, покажи свою. А Юле вот такое вот. Делать браслеты на руку. Лиза, это кто? Кто это? Бабочка Лиза. Ложи на машинку. Зюпа! А что там надо говорить? Что там за карта? Скажи, мама. Все, ребят, дети уже все подарки открыли свои.
Я теперь тут начинаю делать салатик. Мы сегодня 24-го, мы у Андрея сестры. Мы каждый год по очереди. Один год у нас, другой год у одной сестры. И так вот по очереди. В общем, сегодня мы уезжаем, мы не дома празднуем. И я возьму с собой салатик. Да, Лиза? Не заходит, капризничает. Сейчас сделаю салатик, и потом уже будем мыться, одеваться. Здесь я уже жарю мясо куриное. Я буду делать салат с ананасом. Вот. Для этого мне нужно мясо куриное. Извиняюсь за такой шум и гам. Так, ребят, я тут уже все приготовила для салата. У меня здесь натертый сыр твердый, ананас маринованный, лук я замариновала, яйца натертые и мяско. И чуть-чуть грецкого ореха, он пойдет сверху как декорация. Мясо это нам не все, это много. Я просто на завтра тоже еще оставлю мяско и майонез. Сейчас будем все с вами это выкладывать на блюдо. Вот, рецептик я напишу в описании под видео. Кому интересно, заглядывайте. Having a good, good time. Все, друзья, салатик буквально за 5 минут вот такой быстрый получается. Сейчас все обтеру, накрою пищевой пленкой и оставлю до вечера, пока мы не поедем. А там уже, когда приедем на место, я все сниму и немножко розмарином, веточками розмарина украшу. Так, свои дела я на кухне сделала, прибралась. Теперь мне нужно еще убраться в зале. В зале такой беспорядок, дети наделали, Лиза наделала. Сейчас тут приберусь и пойду уже мыться, то я выгляжу как это. И сверху мне нужно прибраться, кое-какие вещи там погладить, ну, что одевать будем, вот. И все, в принципе, мы готовы. Сегодня мы, наверное, еще пофотографируемся, потому что мы каждый год у нашей елочки фоткаемся. А еще хотела вам показать фотографию, тогда у нас еще не было Лизы. Мы тоже фотографировались, сейчас вам покажу. Вот, это такая фотография. Мы просто ее заказывали на попробовать. Она на такой пластиковой, такая это, досточка, что ли. Вот, и мы просто, чтобы попробовать, заказали, какое качество будет. Теперь я ее всегда достаю на Рождество. Вот такая фотография симпатичная. Нам надо еще вот сегодня тоже или завтра пофотографироваться, как будет время возле елочки всей семьей. Хотела еще подарочки вам показать. Это дети делали на художке. Ну, это такая как подвеска, вешать можно. Тут стоит «Счастливого Рождества». Это Майк делала, это Юлия. Вот. Это все снять можно и куда-то повесить. Такие из проволоки. Тут что-то Майк рисовал. Нужно тоже сейчас все прибрать, убрать и разобрать вот тут все. Я все остальные подарки тоже запаковала. Мне половина Лизы уже тут распаковала кое-что. Там везде подарочки надо все сейчас прибрать. Тоже пропылесосить. Тут я вино поставила. Тут вот тоже в мешочке детям, что они заказывали. Андрея племянники. Это для них. И вон там еще подарочки. Все далеко стоят. Надо все поближе подставить сюда. Вот. Вот так я тоже запаковала. Это свечка. Вот. Тут Андрея подарочек. Это мы потом вечером распакуем. А это мой. Но это мой подарочек. Я его
себе сама выбрала, купила. И так получилось, что это, в общем, кольцо я себе покупала. И пришло оно только вчера, я его забрала, 23-го. Ну, я им сразу сказала, тогда запакуйте мне его, я распакую себе на Рождество. Андрею сказала, чтобы он мне ничего не покупал, так как я себе два кольца купила, вот это, которое у меня одето. Я их вместе буду носить, в общем, два колечка. Сегодня распакую уже. Охота так одеть свое колечко. Я его очень долго ждала, больше 4 недель. Моего размера не было, и пришлось им заказывать, в общем. И вот они ждали, пока оно придет. Вчера я его забрала. Вот. Будем все. Тут Лиза уже полазила у нас. Половину она тут распаковала. У нас тут было 2 таких. Она один вот распаковала. Тут деньги, в общем, конфетки она распаковала. Ой, ребенок. Мы уже снизу с Лизушей, я сверху прибралась, кое-какие вещи там погладила. Пришли теперь на низ. Сейчас я ее покормлю, положу спать и буду уже сама собираться. Время быстро летит, у нас уже 11. Вот, тут нам еще подарочки соседи принесли, они каждый год для детей приносят подарочки. Сейчас вам покажу. Вот такого. Такая баночка самодельная с конфетками. Этот кулечек для детей. Сейчас, да. Я тут уже нахожусь в ванной комнате, хочу себя привести в порядок, накраситься, сделать волосы. И тогда уже увидимся с вами немножко попозже. Ребят, я уже накрасилась, привела себя в порядок немножко. Лиза еще спит. Юля, я тоже уже сделала прическу. Сейчас вам покажу, Юля уже одетая. И мы покушаем сейчас, еще отдохнем, еще не время. И потом уже будем собираться, поедем. Сейчас вам Юлю покажу. Вот она, Юля. Мама ей тоже быстренько, по-быстрому сделала прическу. Бантик такой. Такие волосики ее. У Юли такие богатые волосы. Если ей накрутить, у нее очень хороший волос такой. Рыжий. Рыжий, да, Юля? Вот. Такая наша принцесса одна уже готова. Кофточку надо взять с собой, Юля. И Лиза будет в розовом тоже. Друзья, всем доброго утречка, субботнего утречка вам. У нас сегодня 25 декабря, сегодня первый день Рождества. Мы сегодня опять приглашены, мы будем праздновать не дома, нас пригласили наши соседи. Я уже сделала салатик, который мы возьмем с собой, вот. А завтра мы уже будем у нас дома просто обедать, придет Андрея сестра, и мы пообедаем. Мы уже приготовили уток, мне их сегодня нужно будет замариновать, засолить, а завтра я их буду жарить. Я их буду жарить не целиком, а просто порежу на кусочки и так буду жарить. Ну и сделаю также салатик. И сейчас хочу еще на завтра постряпать рулет меренговый. Я его ни разу не стряпала. Нашла на Инстаграме рецептик. Не знаю, как он у меня получится. Хочу испробовать. Вот. Салатик для соседей. Ну,
На сегодня я уже сделала. Вот, и что? Ну и завтра по мелочам. Завтра уже буду отдельный влог снимать вместе с вами, показывать вам, что я приготовлю. Сейчас я начну делать рулет. И в 4 часа нам уже нужно до соседей, нужно поторопиться. У нас сейчас 12, уже первый час. Ну и буду помаленьку вам показывать, что я тут делаю, да. Салатик, который я сегодня делала, я вам не засняла, но я вам скажу, там простой салат. Тоже делаю его первый раз, нашла также его в Инстаграме, рецептик. И я могу вам прописать рецепт в описании под видео, если вам интересно, там он... Я позже вам покажу, из чего он состоит, в общем. И напишу рецептик еще в описании под видео, так что... Вот такие дела. Давайте тогда будем начинать делать вместе с вами меренговый рулет. Яйца у меня, к сожалению, я забыла вчера достать яйца. То есть они у меня лежали в гараже, но в гараже тоже прохладно и холодно. Вообще яйца должны быть комнатной температуры, потому что они, в принципе, что с холодильника, что с комнаты сбиваются одинаково, но когда их сбиваешь теплыми, они держат намного дольше свою консистенцию, то есть они так быстро не падают, да, ну лучше, в общем, вот, ну ладно, будем делать так, как есть, и посмотрим, что из этого получится. Я уже тут тоже почистила фисташки, у меня тут фисташки, и мне нужно их как-то размельчить, превратить в пасту, потому что фисташки пойдут в крем, вот не знаю, получится ли у меня их размельчить в пасту или нет. Сейчас будем все с вами делать. Мне сейчас нужно взвесить белки 220 грамм. Сейчас я их взвешаю, и потом будем уже взбивать. Еще очень важно, чтобы чаша, в которой вы взбиваете яйца, да, белковую массу, была очень чистая. Никаких следов жира или загрязнения, чтобы не было. И также сам венчик. И чтобы вот даже чуть-чуть желтка не попалось. А то иначе не так все забьется, как надо нам. Также мне нужно 100 грамм сахара. К белкам еще нужно добавить 3 капли лимонного сока. Вот, я не знаю, для чего это, но стоит так в рецепте. Теперь начинаем взбивать белки. Теперь буду постепенно добавлять сахар. Так, сахар я весь добавила, далее нам нужно добавить сахарную пудру 220 грамм. Вот так я взбила свои белки. Такая плотная пена получилась, плотные пики такие. Сейчас мне еще нужно добавить крахмал. И немножко я тут... скалкой порубила, раскатала фисташки, добавлю чуть-чуть в тесто, в само, и оставлю немножко для декорации посыпать сверху, вот. Все, засыплю сейчас орешки и отправлю уже в духовку. Духовка должна быть нагретая до 150 градусов, выпекать будем минут 20-25, ну, наверное, смотря, опять же, какая духовка, я думаю, плюс-минус 5 минут. Вот, ребят, смотрите, какой плотный получается крем. Сейчас все перекладу это на лист, уже я приготовила с пергаментом, и будем выпекать. Нужно ровненько все разровнять, сделать такой пласт. Так, более-менее или менее ровно так разровняла. Теперь я отправляю в духовку. Духовка у меня уже нагрелась. Включила я конвекцию. Вот, теперь отправляю в духовку. Пускай печется. Сейчас 25 минут поставлю, а там уже посмотрю. Так, пока печется наш сам бисквит, я уже тут налила 200 мл сливок, 150 вот такого сливочного сыра, это у меня обычный Салди. Сахарная пудра 60 грамм я добавила и размельчила фисташки вот блендером. Сейчас забью этот весь крем и потом добавлю уже туда фисташковую эту пасту. Фисташковую, ну не крошку, то есть пасту можно фисташковую в магазине купить, но у нас в Эдике не было, поэтому я купила фисташки, они не соленые, простые, и сделала сама.
Что-то мне показалось мало крема, и я добавила всю пачку сливочного сыра. Там 300 грамм. Вот такой вот крем получается. Сейчас добавлю еще фисташки сюда и все хорошо перемешаю. Вот, добавила я фисташки, вот так получилось. Но в Инстаграм вот этот рецепт, который я видела, у нее был крем такого салатового цвета. И, ну, я думаю, это из-за пасты, потому что паста, она, вероятно, что она с красителем, поэтому был такой приятный цвет. Но у меня получился вот такой. Камера как-то не передает его. Ну, вот такой просто с крупинками. Вот что у меня получилось. Я даже не знаю, пропекся он или нет. Оставлю сейчас остывать. И потом буду уже заворачивать в рулет. Интересно, пропекся он или нет. И вот что наш малыш тут делает. Подушки все снесла и лежит. Пойдем спать, Лиза. Пойдем спать. Пойдем спать. Доком спать. Да-да. Так, у меня уже корж остыл. Я его перевернула на другую бумагу. В общем, сейчас распределю крем и малинку. У меня свежая малинка. И уберу в холодильник. Я вообще не знаю, можно ему всю ночь храниться в холодильнике, ничего не будет, но я думаю, должен сохраниться до завтра. Посмотрим. Так, я его сейчас обратно заверну и уберу бумагу и в эту алюфолию. Так, ребят, мы уже оделись, а сейчас Андрей одевает Лизу. Майк уже убежал до соседей. Сейчас Лизушу оденем, возьмем подарки, салат и пойдем. А, мне же салат еще надо помешать. Сегодня даже еще не обедали, мы только позавтракали и уже как-то кушать хочется. Вот такой салатик. Куриное мясо, фасоль, кукуруза, огурец и корейская морковка и яйца. Вот она, наша Лизуша уже одетая. Да, Лизуш? В юбочке такой. Да. И папа наш. Все, пошли, вы собрались, я возьму Андрей. Чусь-чусь, Лиза. Мама сейчас придет. Пока-пока. Все, ребят, я тоже побежала. Снимать я там, скорее всего, не буду, потому что у чужих людей как-то снимать. Может быть, засниму стол и ихнюю елочку, ну, посмотрим как. Я на этом вам буду говорить всем огромное спасибо за внимание и всем пока-пока.